Передали мне вот такое изделие. Сказали, надо плечи перегнуть и, собственно говоря, закалить. Ну, буду, наверное, делать. Люди хорошие, попаси. Сейчас такого? Не очень. Ну, я расскажу. Что там, да как? Ну как? В общем, в целом, конечно, я всякие изделия уже успел повидать. Когда-то и у меня был в детстве подобный лук. Также что-то за утками бегали, да? Индейцев играли, короче. Ну, надо помогать людям. Если время будет, попробую что-нибудь с этим сделать.